Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск телевизионного клуба, дискуссионного клуба телевидения КФУ. Я по-прежнему ведущий заседания этого клуба Юрий Алаев. И сегодня у нас такой повод, который, строго говоря, не дискуссионен. Мы собрались здесь и пригласили экспертов для того, чтобы немножко поговорить о столетии Татарской автономной Советско-Социалистической Республики. Как известно, в соответствии с указом президента Татарстана Рустама Нургалиевича Миниханова, 2020 год объявлен годом ТССР. Довольно большой объем и разнообразие всевозможных мероприятий, посвященных этому. И все это носит характер такой предпраздничный, да? Декрет Лениным был подписан Лениным, Калининым и Янукидзе в мае. Соответственно, в мае, по-видимому, будут основные торжества, торжественные заседания. Но вот эта вот предпраздничность у некоторых людей и у меня тоже вызывает некоторый вопрос. А мы, собственно говоря, что празднуем? Ведь татарская автономная, я повторю, Советская Социалистическая Республика образца 20-х годов или первой половины 20 века и современный Татарстан – это суть совершенно разные, да, национально-государственные образования. Или все-таки не разные? Вот этот вопрос я хотел бы прояснить с помощью наших экспертов. Я хочу поблагодарить за то, что, несмотря на угрозу коронавируса, собрались и некоторое количество здесь студентов и аспирантов Казанского федерального университета. И уважаемых коллег я хочу представить, уважаемых экспертов, докторов исторических наук, двух представителей Института международных отношений КФУ. Это Рафаэля Валерьевича Шайдуллина. Да, Раиля Равиловича Фахруддинова, и один представитель из числа экспертов у нас сегодня, это специалист по конституционному праву, бывший, кстати сказать, судьей Конституционного суда Татарстана, да, это, ну, по-другому, уставный, что ли, да? Нет, конституционный. Конституционный уставный все-таки, уставный в да. областях края. Да, 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 уставный в областях. Мы республика, вот видите, мы так и возвращаемся к тому, что же такое Татарская республика сегодня. Я имею в виду кандидата юридических наук Александра Львовича Васина. Спасибо, уважаемые эксперты, что нашли время. И я предлагаю, наверное, все-таки, Рафаэль Валерьевич, с вас начать, с вашего экскурса в историю. Знаменательное событие, вот мы можем, наверное, даже сейчас посмотреть на знаменитую картину, во всяком случае, в прошлом знаменитую картину нашего татарского художника Хариса Якупова. Ленин встречает ходоков особого плана. Встречается с делегацией, здесь из Казани, из Казанского уезда еще, там никакой республики еще нет для обсуждения. Губернии, только губернии. Губернии, извините, конечно, не уезда. Давайте. Начали меня поправлять и развивать эту Ладно, мысль. Действительно, 27 мая 1920 года был подписан декрет Лениным, Калининым, Янукидзе об образовании Татарской автономной Советско-Социалистической Республики. Да, с этого момента, в этом году, 27 мая, исполняется 100 лет. Здесь вот возник вопрос, что за республика? От того, что название меняется, от того, что происходят некоторые изменения в сущности государства, структуре. Там республика не перестает быть республикой. Точно так же Россия была РСФСР, сейчас Российская Федерация. Разница изменилась, конечно, сейчас. Раньше, если был во время образования в ЦИК, а сейчас Государственная Дума, как в царское время, никаких существенных изменений. Конечно, как республика, и люди меняются, новые поколение, сколько поколений изменилось с момента образования Татарской АССР или Республики Татарстан. Мы по сей день не можем отойти от мысли, вот по сей день встречается, когда это русскоязычная публика, татария, термин еще употребляется. Даже сейчас москвичи говорят Татарстан, Республика Татарстан, а вот встречается. Ладно, в то же время надо сказать, что да, 100 лет.
Это большое событие. В этом году этот праздник отмечает, действительно отмечает несколько мероприятий. Первое мероприятие состоялось уже 20 января, были определены относительно там медали, относительно памятных знаков. Еще второе мероприятие намечает 27 мая 2020 года. Это связано с подписанием декрета об образовании Татарской ССР. Второе мероприятие, можно сказать, 25 июня. Это связано с передачей власти Казанско-губернским советом Временному революционному комитету. И третье, последнее, скорее всего, завершающее мероприятие будет 30 августа. Это связано, раньше называли День Республики, сейчас День Гор Казани и тому подобное. Фактически 30 августа 1990 года был подписан декрет о декларации о суверенитете Республики Татарстан. Эта декларация сыграла свою роль. Это перестрой Татарстана, перестроили. И вот с этого момента действительно Казань, Татарстан изменились. Изменились только в лучшую сторону. Очень оптимистично. Спасибо за такой краткий, я бы сказал, даже на мой вкус, чересчур краткий экскурс в историю. Я вот вас послушал, и я думаю, аудиторию послушал, и телезрители послушали. И такое впечатление, что вот такой у нас 100 лет безоблачной жизни. Неважно, как назывались, важно, что республика по-прежнему имеет статус государства теперь в составе Российской Федерации. Тогда в составе была Российская Федерация. Да, она и там была, только в составе РСФСР, и все вроде бы хорошо. Но если немножечко затронуть чуть подальше вот ситуацию, которая предшествовала декрету ленинскому. Ведь создание Татарской автономной республики проходило в условиях довольно, как бы сказать, помягче, серьезной борьбы, я не хочу сказать ожесточенной борьбы. Был, если мне память не изменяет, вы все-таки ученые-историки, вы меня поправите, был проект так называемой Большой Татарии, был до этого проект Татаро-Башкирской Советской Республики, и один, и другой, если это не одно и то же, я не путаю, последовательно были отвергнуты. И Татарская ССР была сформирована вот в тех границах, в которых мы ее знаем с 20-го года, с мая 20-го года, и, насколько я понимаю, эти границы по сей день не изменились. Это единственное, на самом деле, что незыблемо осталось. Столица Казань. Столица Казань тоже, по-моему, в 20-м году была. Хотя и здесь, интересно, были же дебаты по поводу того, где должна быть столица. Я правильно говорю? Правильно говорите. Рассматривался вопрос о том, что столица должна быть в Уфе. Уфа должна быть столицей, когда говорили о Большой Татаро-Башкирской республике. Нет? Нет, такого не было. Не было? Значит, у меня какие-то источники неправильные. Вот Диляра Меркасовна, здесь у нас тоже профессор МОЗ, сидит скромно в первом ряду. Она сказала, я специализируюсь на периоде, который был до того, как возникла, да, Татарская автономная республика. У вас нет таких данных, что рассматривался вопрос об Уфе в качестве столицы? Директор, микрофон. Микрофон, пожалуйста, сейчас, одну минуточку. Нет, таких данных у меня нету, поскольку, когда обсуждался вопрос о Татаро-Башкирской республике, то, соответственно, там еще вопрос о столице вообще не обсуждался. И это был, на самом деле, проект Татаро-Башкирской республики, это был большевистский альтернативный проект, национальным проектом Татарской республики. Угу. И если я бы вообще начала экскурс с более раннего периода, собственно, с 1917 года. На мой взгляд, надо как ключевой рассматривать именно 1917 год, поскольку именно тогда началось активное национальное движение, и не только татарское, но и прежде всего вообще в России. Практически ни одна нация, ни один этнос, ни одна этническая общность не была в стороне от активного национального возрождения. И вопрос о национальных государственностях, он даже больше
как бы был наиболее горяч на западных окраинах. Это прежде всего Украина, Финляндия, Польша. А в 17 году татарское движение, как и другие тюркские движения, они были в составе общемусульманского движения. И вот 17 год — это был год, когда фактически общемусульманское вот это движение, оно раскалывается и встает вопрос об территориальных автономиях и вопрос о будущем каждой отдельной этнической нации в рамках будущей Российской Федерации. Поскольку ясно было, что федеративный проект, он побеждает в России в целом. И он является наиболее привлекательным с точки зрения большинства населения. И вот когда как бы массы населения, они отдали предпочтение федералистскому проекту, тогда, собственно, отдельные этнические группы, они должны были выработать свою позицию. И тогда происходит трансформация и развитие национального движения мусульманского, и вычленяются отдельные, там, татарское, башкирское. Но если говорить о татарском движении и о татарских проектах, то, собственно, самый главный — это проект Урал-Волжского штата. И вот этот проект... Идель-Урал? Идель-Урал, да. Это главное. А уже Татаро-Башкирская республика, она возникла как большевистская альтернатива. И понятное дело, что с победой большевиков идея Татаро-Башкирской республики, она как бы побеждает, но опять же она была просто как некая такая демонстрационная альтернатива. Нужно было выбить козырь у лидеров национального движения, предложить свою альтернативу, более понятную населению. Вы имеете в виду Гаязы Исхаки? Я имею в виду Садры Максуди, Гаязы Исхаки. Это национальное движение, которое было наиболее влиятельным и активным в 17-18 годах. Можно одну ремарку, Лена Касымовна? Вот вы сейчас сказали, с моей точки зрения, очень любопытную вещь. Может быть, не все обратили на это внимание. Вы сказали, что большинство населения, имеется в виду период после 17 года, оно... лояльнее относилась к идее федеративного строительства, да, вот постимперской России, да. Уже России советского образца, и в результате этого, этнически, реально по численности меньшинства, тоже должны были определиться со своими национальными квартирами, упрощенно говоря. Я почему обратил внимание на эту вашу реплику? Я просто попытался себе представить, вот 17-18 год, да, Октябрьский переворот, начинается разруха, черти что. И оказывается, каким-то образом выявлено мнение населения, и это мнение зафиксировано в верхах, что большинство населения постимперской России, вот, как это можно было сделать? Как это сидел Ленин там, да? Да. Можно я скажу одно слово, а потом вы, да, продолжите? Да. На самом деле я бы все-таки здесь обратилась к теории политической истории, политическим теориям, и на самом деле мнение большинства высказывают элиты. И какие элиты в данный момент существенное уточнение, правда? Некоторые, так скажем, преимущества, и в том числе некие властные, да, полномочия, они могут навязать или транслировать это мнение. Очень существенное уточнение, спасибо большое. В зале, да, что есть желание уточню, что-то прояснить? Айрат Файзрахманов, я как раз писал диссертацию по национальным съездам. Айрат Файзрахманов, вы, по-моему, один из лидеров молодежного татарского движения, да? Заместитель Всемирного форума татарской молодежи, отлично. Кандидат исторических наук. В 2010 году, 10 лет назад, защитил диссертацию по национальным съездам западных регионов России. России в 17 году. Okay. Так вот, институализация идеи автономии и федерализации происходила в рамках национальных съездов, многочисленных. Начиная с апреля месяца 1917 года, большинство народов России так или иначе провели свои съезды, и эти съезды аккумулировали в себе разные национальные организации, учительские, военные. Раз, спасибо, это все понятно. Да. Мы сейчас говорим о второй стадии. И вот как раз про федерацию. Основное решение этих национальных съездов, что Россия должна быть федерацией, которая включает в себя автономию. Там был отдельный съезд русских.
Да, кстати, отдельный съезд вот русских вот был в декабре 2017 года уже, конечно же. Что это было такое? Это был, я могу ошибиться в названии, это подобие Всемирного Русского Собора. И там как раз говорилось о, также о федерации, о признании автономии. То есть тут тоже шла некоторая институализация русской нации, такой уже в рамках, конечно же, Октябрьского переворота. Но еще раз подчеркну, задолго до взятия власти Лениным и партии большевиков институализировалась идея автономии, объявлялись автономии и объявлялось о том, что Россия должна быть федерацией. Большевики лишь поддержали этот лозунг народа. Империя должна превратиться в федерацию. Российская республика уже в сентябре 2017 года Россия официально объявляется республикой, временным правительством. Понятно, да. Было положение права нации на самоопределение. Это большевики. Это большевики ввели, да. Вплоть до отделения. Мы к этому еще обратимся, насчет отделения, насчет 53. Если можно еще один маленький нюанс. Ведь когда в январе 2018 года собралось Всероссийское учредительное собрание, а это был, по сути, основной вот такой легитимный орган. Да, по сути, это съезд был, да? Ведь и само временное правительство, оно же работало и ориентировалось как раз, ожидая, то слово, которое скажет Всероссийское учредительное собрание. И оно в январе 2018 года как раз и успело принять это решение о том, что Россия как бы легитимизировать эту позицию, что Россия быть теперь же федерацией в этом смысле. А если мы говорим о национальном движении, да, вот тюрко-татар, я бы хотел только напомнить, что, еще более ранние, да, съезды первой волны, всероссийские мусульманские съезды, которые с 1905 года вообще-то идут свое. В 2006 году Рашид Казы Ибрагим уже, по сути, написал отдельную монографию, отдельную работу «Автономия или самоуправление», которая, хотя и называлась «Автономия», но, по сути, предполагала федерацию. 1906 год, уважаемые коллеги. Вот. И потом, поэтому, когда вот началось государственное строительство уже второй волны после февральской революции, это идейно уже опиралось в том числе и на те наработки, которые были и раньше. И про Садри Максуди уже упомянули, мы просто так не акцентировали внимание, что кроме тех уже упомянутых проектов, был еще проект, который получил импульс в июля, 22 июля 2017 года, еще до прихода власти большевиков, на совместном совещании сразу трех мусульманских съездов, это здесь у нас в Казани произошло, где была по сути провозглашена национально-культурная автономия. И этот проект, собственно, он предшествовал, потом трансформировался в уже упомянутые Идель-Урал-Штаты, а там были рабочие органы, Милет Меджлисе, национальное собрание. Вот, отвечая на ваш вопрос, откуда была легитимность? Как выяснили? Так это были выборы. Это люди выбирали своих представителей. Это и было мнением народа. Но я не без задней мысли задал этот вопрос. Мне очень хотелось бы иметь такой уровень гражданской ответственности, активности и организованности в наши дни. Я ведь сделал акцент, что в 17-м году, оказывается, еще и в 5-м году, в 6-м все эти процессы шли, самоорганизация была. И, кстати, эволюция любопытная, да, от национально-культурной автономии к государству. Территориальной автономии, да. Да. Национально-культурная или территориальная? Все-таки? Они конкурировали между собой. Это два разных проекта, да? Они два разных, но которые подразумевали друг друга. Они не противоречили друг другу. В том-то и был, можно сказать, организационный гений Садри Максуди, что он сумел убедить сразу три съезда и объединить сразу три автономии. Молодец. Духовную автономию, да, экстерриториальную и в каком-то смысле территориальную. Понятно. Дальше. Извините, не могу молчать. Это прекрасная тезис. Моя диссертация как раз была посвящена, раз зашла речь о диссертациях, вопросам национально-государственного самоопределения в 17-м, начале 18-го года. Я рассматривала все вот эти проекты, как они рождались, эволюционизировали, менялись в зависимости от политической ситуации. И, конечно, многие идеи были ранее озвучены. Но до 17-го года татары, если мы говорим о татарах, они никогда, и это было понятно, да, поскольку существовала жесткая цензура,
и существовала как бы государственно признанная идея единой неделимой России, они никогда не могли, не имели возможности обсуждать вопрос о национальной государственности. Это было просто невозможно, исходя из политической ситуации Российской империи. И впервые возможность как бы публично заявить о своих желаниях появилась именно в 1917 году. И 17-й год я не случайно с него начала. Конечно, можно истоки раньше, да, идеи искать. Но 17-й год очень важен. В России, да и вообще в мире, кардинальное преобразование, трансформация, ломка, создание новых государств, все это возможно только во время вот таких глобальных перемен. Это почти невозможно сделать в нормальное мирное время. Но когда мир рушится, когда все рушится, в это время как раз и есть возможность высказать свою позицию и построить вот этот новый дом. Собственно, мы видим, что самые глобальные преобразования в мире в целом происходили в ходе после Первой мировой войны, после Второй мировой войны. И вот революция и гражданская война – это продолжение Первой мировой войны на самом деле. И это тот удобный случай, когда можно было заявить о своих позициях, и можно было обсудить это. И маленькая ремарочка насчет теории культурно-национальной автономии и территориальной автономии. А вообще, в целом, в 17 году в рамках России происходила борьба между идеей федерализма и унитаризма. И вот те сторонники унитарной системы среди национальных деятелей, они выдвигали в качестве наиболее возможной формы реализации своих прав именно культурно-национальную автономию. Те, кто позиция были сторонниками... Извините, позиция Сталина. Нет. Большевики в целом унитаристы. Но при этом они интернационалисты, для которых национальная идея, она вообще не первая, не вторая, а десятая. Угу. Да? У них примат интернационализма и классового принципа. Если мы говорим, собственно, о тех сторонниках, кто был сторонники федерации, вот они предлагают территориальную автономию. И мы видим, что в 17 году происходит борьба как бы этих концепций на общем уровне, на высоком, да, это вот идея федератизма или унитаризма, и борьба разных проектов, территориальная автономия или культурно-национальная, на, так скажем, низовом уровне, на уровне отдельных этнических групп. И здесь... можно много говорить об этом, надо еще вспомнить башкирский фактор, который нельзя не учитывать и так далее. Это очень сложная история, да, ее невозможно описать во время одной дискуссии. Но я бы все-таки еще раз вернулась к 17 году. Почему? Потому что именно тогда рождается та Советская Республика, наследниками которой или правопреемниками которой мы являемся и которые мы имеем в том или ином трансформированном виде. Очень хорошо. Все-таки у меня, по-видимому, были гораздо по-другому подготовленные учителя, да, когда я был студентом. И мы тогда, по-моему, может быть, что-то у меня аберрации памяти. Активно обсуждали, когда вот зашла речь о создании, о перспективах создания Татарской автономной республики, разницу между позициями Ленина и Сталина. И Ленин, который отстаивал вот эту вот идею национально-территориальных образований в виде автономных республик, и Сталин, который, как вы высказались, был абсолютным таким интернационалистом, этническая, по-видимому, метка тоже предписывала быть святей папы. А сейчас я услышал, что ничего такого не было. Все были голимые интернационалисты и унитаристы. А у власти кто был? А, так вы до этого период рассматриваете? Среди не только там был, но национал-коммунисты еще. И национал-коммунисты были. Да, да. На самом деле, как бы вот именно с началом гражданской войны и происходит вырабатывание новой концепции у большевиков. И они понимают, что, будучи в душе они унитаристы, они понимают, что для спасения власти им необходимо перекраситься и стать федералистами. И они фактически перенимают вот эту концепцию у эсеров и становятся федералистами по необходимости. Понимаете? Настоящие политики, да, что тут скажешь? Да. Абсолютно правильно. Это был такой с политической точки зрения, да. Прагматичный, да, подход. Да, да, да. Нам нужно спасти власть, соответственно. Прагматичный подход. Национальные окраины тоже нужно было удерживать. Да. То, что называлось национальными окраинами, это совершенно Я очевидно. Я могу еще добавить. Да, конечно. На территории Казанской губернии была еще одна республика,
феврале 1918 года была создана Казанская рабоче-крестьянская советская республика. Чего только на нашей территории с февраля по май функционировала. Сколько? С февраля по май 1918 года функционировала. Пока снег не сошел. Свой совнарком, председатели, наркоматы были. Да, по части создания бюрократических институтов мы, конечно, мастера, да, это традиции древние. Ну, фактически это республика пришла на смену. Смотрите, вот вопреки идее там Максуди, Исхаки и их сторонников, да, вот это вот проект «Большая Татария», там «Татаро-Башки», «Идел-Урал», штат «Идел-Урал», все-таки возобладала вот такая, ну, более локальная, что ли, да, и правильно было, наверное, замечено, кто-то из уважаемых экспертов сейчас так вскользь сказал, башкирский фактор еще был. Он, по-моему, до сих пор не дает покоя башкирам относительно татар. Это просто удивительно, да, две тюркские... Только давайте не трогать. Да. Давайте вопрос оставим на стороне. У нас очень ровные отношения, толерантные отношения. Прекрасно. Я тоже кое-что об этом знаю, поэтому давайте, да, не будем углубляться. Уже сам факт, что мы начали микшировать, кое-что показывает. Не стоит этого делать. Так вот, возобладала такая идея более локальных, что ли, национальных квартир, да, национальных территориальных, да, национально-территориальных образований. И все это вылилось в статус автономных республик. Что? И союзные республики были? Нет. Я говорю сейчас вот о нашем шестке, о локальном. Понятно, что были союзные республики, понятно, уже упоминалось о праве наций на самоопределение вплоть до отделения. Это вся та же политика, о которой только что вот мы говорили, что большевикам надо было национальную окраину стянуть, сохранить, привлечь на свою сторону, чтобы не развалилась окончательно вот бывшая Российская империя. Вопрос у меня сейчас в другом, а почему большевики, перекрасившись, да, вот уже Ленин у власти, там Сталин поднимается как нарком по делам национальности, да, становится вторым лицом, почему они не согласились на проект, ну, вот этой вот большой татарии, да? Можно я подключусь? Да, конечно. Большое спасибо. Вот вы, Юрий Петрович, совершенно правильно подметили, что сегодня оценивать ту этнополитическую ситуацию, политическую ситуацию, да, она достаточно, это очень сложная проблема. Представляете, насколько было представителям элите тех или иных национальностей, политических сил ориентироваться в этой очень сложной ситуации. Я хотел бы здесь другую проблему поднять. Когда мы говорим о том, что большевики перекрасились, я не совсем с этим согласен. Вот посудите сами, Россия по большому счету разваливалась. Вступление России в Первую мировую войну, оно постепенно приводило, и это был факт, России постепенно разваливались. И те политические силы, которые претендовали на политическую власть в России, показали свою несостоятельность. Я имею в виду тоже временное правительство, например, да? И хотим мы того или не хотим, большевики в этом отношении, они смогли предложить новую модель развития государства. Я бы даже ее назвал не федерацией, а конфедерацией. Очевидно, что та модель, которая уже успешно функционировала в других странах, она была каким-то образом взята на вооружение и предложена в качестве той модели, которая способна сохранить бывшую Российскую империю. Извините, эта модель маленькое сработала. Уточнение, да. Что имеется в виду другие государства? Соединенные Штаты Америки. Австро-Венгерская, например. Или Швейцария, кантоны. Да. Я, например, конкретно имею в виду Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты. Да. Понятно. И когда мы говорим, ведь просто Россия... Просто можно иметь в виду Австро-Венгрию, которая развалилась. Вот это другой вопрос, да. Вот вы правильно заметили, да, после в ходе Первой мировой войны, особенно после окончания Первой мировой войны, и Османская империя, Австро-Венгерская империя, они полностью распались. В принципе, на этом пути находилась и Россия. Теперь второй очень важный момент. Многонациональные, многоконфессиональные государства – это государства, которые имеют много рисков. И в то же время она имеет очень много преимуществ. Да? Преимущество – это многообразие культур, религий, ну и так далее. И, конечно, большой риск – это возникновение конфликтов. И именно в 1917 году как раз возникновение, вот риски возникновения конфликтов, они как раз тоже были налицо. Теперь, когда мы говорим о участии национальностей,
Понимаете, вот здесь Лермия Красимовна совершенно правильно отметила, что до 17 года национальности России, за редким исключением, вопрос о федерализме, о самоопределении, территориальном самоопределении практически не поднимали. Те же процессы были на Украине, те же процессы были в Закавказье и, без сомнения, на территории Среднего Поволжья и Приуралья. Однако после февральской революции вопрос стал, потому что все прекрасно видели, что это на самом деле переломный этап. И не случайно в этот период стали вопросы о самоопределении на Украине, о самоопределении на территории Кавказа, Закавказья и на территории Среднего Поволжья и Приурале. И не надо представлять, что тот же Садри Максуди и все остальные были каким-то единым фронтом выступали. Отнюдь нет. Там мнений было огромное количество. Причем вот эти съезды, которые сегодня упоминали 17-го года, которые проходили в Москве, в Казани, они показали всю палитру отношения татарской элиты к будущему России. Вот, например, тот же Садри Максуди, он был ведь сторонником национальной культурной автономии. И у него логика в рассуждении была. Он, когда выступал на съездах, он говорил, татары — это дисперсная нация. Если мы создаем территориальную автономию, где у нас окажутся сибирские татары, где у нас окажутся астраханские татары, вопрос нижегородские, да. И поэтому он предложил национальную культурную автономию не в классическом понимании, а в более широком понимании. Это учреждение самостоятельного парламента, Милят Маджлисы, который наравне с российским, общероссийским парламентом имел право собирать налоги с тюркского населения, как тогда говорили, да, то есть мусульман внутренней России, имеют в виду татары и башкиры. Тюрко-татар. Да, и вот эти вот налоги, они подразумевались, должны были идти на развитие культуры, народного образования, ну и так далее, тому подобное. Министерство финансов утверждалось и Министерство по делам религии. То есть, казалось бы, национальная культурная автономия, она ведь подразумевает только развитие и удовлетворение культурных потребностей нации, да, локальной. Нет. Та модель, которую предложил Садри Максуди, она была, конечно, более широкая. Были сторонники территориальной автономии. И вот как раз дискуссии на первом съезде, особенно на втором съезде, они четко это показывают. Причем здесь надо учитывать такой фактор, что ведь постепенно представители других тюрко-мусульманских народов ушли с этих съездов. В чем причина? А причина заключалась в том, что в этот период шел активный процесс нациостроительства. То есть даже доходило до того, что представители национальных движений, особенно Средней Азии, как-то начали вот татар не то что обвинять, а поговаривать, у вас некое такое имперское мышление. Ведь татарская элита, она в основном стояла из интеллигенции и крупной торгово-промышленной буржуазии, которая четко держала и прочно держала в своих руках и торговлю и со Средней Азией, и с Казахстаном. И поэтому опасения у представителей этих регионов, конечно же, были. И нельзя забывать, что именно в этот период шел процесс становления этих наций, которые уже стали себя идентифицировать не как частью всего тюрко-мусульманского мира Российской империи, а как частью этноса самостоятельного. Узбеки, например. Естественно, казахи, конечно, например. Конечно. Поэтому да. Вот эта вот дискуссия, они были достаточно жаркими, они были очень и очень жесткими. И один из вариантов, который был предложен, о котором сегодня много говорили, это штат Идель-Урал, с моей точки зрения, это классический пример конфедеративного устройства России. Где главное население, да. более 7 миллионов человек. Да. Теперь, значит, тот тезис о том, что как был предложен этот вариант Татаро-Башкирской республики, кстати, термин «Великая Татария» не использовался, я такого термина не встречал. Большая татария, есть большая, да. Малая Башкирия. Только. Я просто что хочу здесь акцентировать внимание, что вот Татаро-Башкирская республика, поддержу своих коллег, это был альтернативный вариант тому самому модели в виде штата Идель-Урал. То есть территория практически была та же самая. Это была идея, чтобы перехватить инициативу. Территория чего была такая же почти? Территория Татаро-Башкирской республики и штаты Идель-Урал. Почти одинаково, там небольшая разница. Инициатива была перехвачена, когда стало ясно, что инициатива перехвачена, ее просто минимизировали, а потом от нее отказались. А началась гражданская война, это стало поводом, к этому времени уже была образована, потом образовалась Башкирская АССР, и все. И теперь по башкирскому фактору, хотя говорят, не надо затрагивать, но это один из был ключевых моментов, я все-таки хотел бы об этом сказать. Тогда татары, конечно, на мой взгляд, где-то, может, и ошибочно полагали, что есть единая нация, они ее называли тюрко-татары. Все-таки история показала, что у башкир было самосознание, и даже вот лидер
башкир Заки Валиди, которого, надо прямо признать, татары, в общем-то, не признавали за крупного политического деятеля, даже не приглашали в президиумы этих мусульманских съездов. Конечно, он показал достаточно свою харизму и возглавил башкирское национальное движение, которое закончилось тем, что вначале была объявлена Малой Башкирией, как известно, а потом уже Башкирская республика. И это явилось одной из причин, то, что идея или в виде штата Идель-Урал, или в виде Татаро-Башкирской республики не была реализована. По поводу разных воззрений, разной степени харизматичности, уже во времена, когда создавалась вот татарская ССР в том виде, в котором мы ее знали до 1990 года, да, до суверенного Татарстана, не рискнув вторгаться дальше в исторический материал, просто попрошу вас прокомментировать ситуацию с двумя Галеевыми. В чем разница и кто истории и нам кажется правым сегодня, вот с высоты наших дней? Рафаэль Валерьевич. Ну, Галеева и первый, да, и второй. Саид Галеев и Султан Галеев. И первый, это второй. Уже, я почему, извините, на этом акцентирую, потому что мы вот до сих пор говорили, ну, это там Максуди, Валиди, это все вроде почти не наш. А вот теперь уже среди братьев татар разные отношения. Да, да, действительно, они братья татары, они представители Башкортостана, они... Действительно, не Казанские губернии, а с Башкортостана. Саид Галеев родился в Уфе. Но он татарин? Он татарин. Ну вот, ну, мало равно, ли кто где родился. Все равно территория, территориальная принадлежность сказывается в самосознании каждого человека. Ага, интересно. Вот. И главное то, что Саид Галеев, конечно, очень много сделал во время подготовительного периода образования татарской АССР. Главное, здесь разница в подходах. Саид Галеев был интернационалистом фактически, а Султан Галеев, он смотрел на проблему татарской АССР намного шире. Фактически, из-за того, что вот эта точка зрения совпадала с точкой зрения Иосифа Виссарионовича Сталина, в 1923 году было спровоцировано дело Султана Галеева. Чем не соглашался Султан Галеев со Сталином и его окружением? Он говорил, надо, не надо, вот почему вот союзные республики входят в союз прямую, а Татарстан через РСР. Нет, говорит, цинков и пасынков. Республики должны быть равные. И татары имеют на это право, потому что и после 1923 года, когда разбирали дело Султан Галеева, или так называемый национал-уклонизм, этот вопрос поднимался в татарском обществе. Даже этот вопрос во время принятия Второй Конституции СССР в 1936 году поднимался вопрос. Сначала даже, говорят, члены Политбюро согласились с этой точки зрения образования самостоятельной, союзной, Татарской республики, Татарской и Башкирской республик. Но потом уже через определенное время Сталин высказал свою точку зрения. Мол, Татарстан не имеет границ с другими. Нет, Татарстан внутри РСР находится, у него нет общих границ. А относительно Саид Галеева, конечно, Саид Галеев очень много говорят, связанные, ну, я говорю еще раз повторю, он сыграл большую роль во время подготовительного периода. Как раз он провел. Он был председателем ВРК Временного революционного комитета, провел подготовительную работу. Как раз надо было утрясти границы, утрясти, образовать территориальные единицы. Вы, может, даже вы ни разу не слышали, раз сейчас у нас Татарстан делится районы, когда-то Татарстан делился на кантоны. Кантоны означают округ. Швейцария, ну, пример Швейцарии, округ. И еще вот эти кантоны делились на волости. Вот Саид Галеев здесь руководил недолго. Его в 1922 году отправили в Крым. Причина в том, что благодаря Саид Галееве в Татарстане произошла катастрофа. Это не связано с тем, что
засухой. Была, конечно, страшная засуха. Почему голодало почти 2 миллиона человек? Причина одна. Саид Галеев любил козырять перед Москвой. Если вы посчитать этот материал о нем, там очень много. Вот, говорит, это рабочие Питера и Москвы страдают от голода. А мы здесь живем хорошо, хлеба достаточно. Вот в 1920 году, в связи с годом образования Татарской ССР, с Татарстана было вывезено более 20 миллионов пудов зерна. А если в 1920 году сколько? В Татарстане 20 миллионов пудов зерна. В 1920 году Татарстане собрали чуть более 30 миллионов пудов. Да, спасибо, очень интересная цифра, надо подумать над ней. Вот подумайте. И главное, скажите, пожалуйста. И точно такая же, вот я случайно, кто-то во время первого татарского, ну, конгресса, первого татарского, ну, Всемирного конгресса татар, мне приехал кто-то из Крыма, оставил материал, я прочитал и увидел, оказывается, во время правления Крыму, он был секретарем Крымского обкома, РКПБ, там тоже произошел голод. Там погибло, говорит, 100-150 тысяч крымчан от голода. В Татарстане тоже цифра большая, от 400 до 600 тысяч. Ваше отношение к Саид Галееву понятно, Рафаэль Валерьевич, но я все-таки, с вашего позволения, хотел бы сделать маленькую ремарку, ведь голод назывался не в Татарстане в 23-м году, голод в Поволжье. Он таким же был, если не более жестоким, в Симбирской губернии, он таким же был в Самарской губернии. Там не было Саид Галеевых. А засуха была, да, я согласен. Катастрофическая засуха. И больше того, я думаю, студенты, большая часть студентов знают, что в ту пору, вот в эти вот лихие, не 90-е, а 20-е годы, на помощь Поволжью в значительной степени пришли Соединенные Штаты Америки. Это правда. Это продовольственная, гигантская по тем масштабам была продовольственная помощь через АКР, да, это организация. Я с вами не полностью, не смогу согласиться полностью, потому что засуха была действительно. Давайте сравним цифры засухи конца 19 века, 1891 года. Там вот во время засухи 1891 года население смогло собрать посевной материал. А в 1921 году население даже не смогло, население не собрало даже посевного материала. Где-то... Съели его, что ли, попросту? Не съели. Как? Это же не картошка. Вчера посадил, сегодня посадил, завтра выкопал. Посевной материал где-то в амбарах же хранится, его можно достать и кашу наварить. Если 8-10 пудов на десятину... Почему не смогли собрать? Потому что там причина была в том, что они опоздали, не хватало зерна, во-первых, посевного материала, потому что были вывезли. Угу. Благодаря деятельности того же Саид Галеева были разграблены сыпные пункты, где хранился посевной материал, где хранился посевной материал. И главное, весна пришла ранее, уже в апреле уже могли выйти поле засеять, а они начали конца апреля только, в начале апреля уже. Весна ранее пришла. Из-за того, что не было зерна, из-за того, что правительство Саид Галеева не разрешало без разрешения Москвы. Можно ли из ваших слов сделать вывод, что в Самарской, Симбирской и других прилегающих поволжских губерниях все было гораздо лучше? Я бы сказал, кроме Башкортостана, этих областях дела обстояли легче. Легче. Да. Все понятно. Точка зрения доктора исторических наук нельзя не принять во внимание. К вопросу о том, кто на что влиял пагубно, роль личности в истории и Саид Галеева в частности. Вот когда формируется то или иное территориальное образование, да, в данном случае вот автономная республика, если я правильно понимаю, хорошо, неправильно, вы меня сейчас поправите. Когда решался вопрос о границах Татарской автономной Советской Социалистической Республики, принимались во внимание, как я понимаю, в первую очередь этнический фактор. Да?
И к вопросу, который немножко ранее поднимался, идеи национально-культурной автономии, которая не затрагивала территориальный аспект, да, то, что высказывал, правильно я понял, да, Садриди? Это все, конечно, здорово, но, насколько я понимаю, для принципиально важно для татарской интеллигенции, элиты, как Диляр Меркасовна правильно заметила, конечно, народное мнение, но его выражают элиты. Вот для элиты было принципиально важно иметь восстановленную государственность. Государственность татарскую, да, будем говорить уж прямо, ничего, не какую-то там тюрко-татарскую, а именно татарскую, которая была в 16 веке утрачена. Да, в свете известных событий. И таким образом понятно, почему, с моей точки зрения, не была принята вот эта вот идея национально-культурной автономии без фиксации на территории. Да? Она решала, конечно, вопросы культурного развития, может быть, образовательных процессов этноса. Но вот не было вот этого, да, вот этого символа, который почему-то имеет, да, это своего рода загадка, как загадка власти. Почему один берет власть, а другой нет? Вот, ну чем? Ну, казалось бы, ну голый король. Нет. И никто ничего сделать не может. Из государства такая же штука. Да, государственность имеет некое значение и отклик, который очень трудно объяснить рационально. Ну, казалось бы, вот согласились мы с этой идеей, да, национально-культурной автономии, собирая взносы с тюрко-татарского населения, там, налоги. Их достаточно для того, чтобы жили припеваючи, получили хорошее образование, растили детей, строили дома. Нет. Оказывается, этого мало. Для значительной части людей, для значительной части элит принципиально важно, чтобы была государственность. Это такой интересный феномен. И вот благодаря Ленину, да, можно так сказать, государственность в 20-м году была восстановлена. И, кстати сказать, неплохо бы, может быть, придет кому-то в голову эта идея, вот мне сейчас пришла в голову. По идее, 27 мая надо бы, чтобы памятник Ленину на площади Свободы был завален цветами. Благодаря Владимиру Ильичу образовалась Татарская автономная Советская Социалистическая Республика, то есть была возвращена государственность. Нет? Нет? Да, пожалуйста. Тут есть уважаемые историки, но если можно, все-таки Ленин, конечно, сделал многое и внес огромный вклад, но говорить так, что вот это благодаря Ленину возродилась государственность, ну, это было бы, наверное, преувеличением. Она возродилась благодаря движению народа, благодаря вот этому, ну, мусульманскому движению, да, тюрко-татарскому движению. Просто в какой-то период оно называлось мусульманским, потому что идентификация была мусульманин, не мусульманин, да, это отдельная тема. То есть, по сути, можно сказать, что Владимир Ильич как бы оформил то, и вот уважаемые коллеги уже высказывались о том, что большевики, они ведь как-то шли уже, как бы поспевали за ходом событий. Изначально они были унитаристами, и сама жизнь, вот это размах борьбы за свои права, да, тюрко-татарской нации, в целом, в широком смысле, всех мусульманских народов, всех тюркских народов Российской империи, вот это вот и сподвигло его к возрождению национальной государственности Татарстана. Поэтому вклад Владимира Ильича, конечно, был определенный, но сбрасывать ни в коем случае со счетов нельзя и именно национальное движение людей. Если и не еще, было бы национального движения, да, не было бы республики. Нечего было бы оформлять, да. Так что, конечно, цветами можно забросать Владимиру Ильичу, но надо цветами... Ну, понятно, что я немножко утрирую. Да, и Садри Максуди вот сейчас в парке Стамбул, и многие другие. И Габдулле Тукаю нужно будет, и многим другим. То есть это все-таки движение народа. И еще, если можно, пару слов по национально-культурной автономии. Смысл ведь был не в том, чтобы отказаться вообще от границ. Садри Максуди исходил из того, он опасался, как бы ни получилось так, ведь в тот период, когда в июле 2017 года была провозглашена национально-культурная автономия и взяли курс вот
на ее строительство. И потом же была выработана конституция, по сути, приняли чуть-чуть позже эту конституцию. Он ведь опасался чего? Из-за того, что ну, такая историческая судьба татарского народа, что разбросана, дисперсность, уже об этом говорили, да? Вот эта анклавность некоторая, нет единого такого вот, места. Он боялся, что не будет, если вдруг произойдет такое территориальное деление, что вдруг получится так, что ни в одном из субъектов не будет как бы приоритета у татарского народа и не будет представителей, и тогда не пройдет ни одно решение. Поэтому национальная культурная автономия — это была такая страховка за то, чтобы мнения, вот эти конституционные требования хотя бы в национально-культурной сфере были, вот что называется, стабилизированы на основе конституции. Отлично. Но это ни в коем случае не отрицало и территориальное. Вот в чем. Поэтому, когда мы не совсем правильно сталкиваем национально-культурную автономию и Дель-Урал-Штат, между ними не было принципиальных разногласий. Более того, когда принимали вот Милет Меджлиси, он ведь говорил о том, что окончательно этот вопрос решит Всероссийское учредительное собрание. Но другое дело, что ну, разогнали, по сути, это собрание, ему не дали доработать. Вот в чем. Да. А потом за Забулачную республику вообще, можно сказать, это, а Забулачная республика, это была, по сути, как попытка реализации. Это не было такой республики, просто это... Ну да, историки так и называют, да, но тем не менее, конечно. Да, вот эта попытка была, и как бы... Ну, поэтому нельзя говорить о том, что идея национально-культурной автономии как бы убивала абсолютно требования вот, государственности. Можно еще, вот, говоря о первой конституции РСФСР, это, она же была принята в июле 1918 года. Самое интересное, РСФСР, Федеративная Республика, а субъектов не было таковых. Башкортостан появится как первая республика еще только через год. Готовились к вопросу о возможности доминирования, да, одного этноса на территории для того, чтобы можно было принимать решение именем татарского народа. Или, ну, применительно к тем, да, вы сейчас об этом говорили, в том числе, когда обосновывали необходимость территориального ограничения, фиксации. Нет. Здесь речь не столько шла о доминировании, сколько речь шла о том, что могла бы случиться такая ситуация, что татарский народ ни в одном из субъектов России не оказался бы в большинстве, и его мнение не было услышано. Дело в том, я о чем сейчас говорю? О том же самом, если что должна быть самое, территория, где должно быть большинство этническое, чтобы его мнение было услышано. Дело в том, что Садри Максуди, он ведь был думский лидер. В двух сроках, в двух государственных думах представлял мусульманскую фракцию, они с кадетами. Все понятно. А конституция, я еще вас хочу спросить, ну буквально чуть-чуть, вот одна маленькая ремарка, я посмотрел некоторую статистику к вопросу о границах татарской автономной социалистической республики. Революции. Да, революции, можно сказать. Да, хотел сказать, правильно, вы с языка снимаете. Так вот, около 80% населения в городах было русскоязычное население, и 30%, даже больше 30% на селе, в границах татарской автономной советской республики. Я бы не сказал 80%. Ну, понимаете, вот мы с вами сегодня в течение часа уже почти обращаемся к каким-то разным источникам. Я и на этот кину ссылку, мне не трудно. Если городского населения около 300, пускай тысяч, грубо говоря, было. Ну? Если тогда в 1926 году было татарское проживание 2 миллиона 600 тысяч. Нет, ну говорят, вот те люди, которые стоят на более радикальных позициях, например, доказывают, что это была конкретная политика русских империалистов, шовинистов, черносотенцев, царского правительства, что сознательно наводняли Казань, в частности, представителями нетитульной, как сейчас бы сказали, национальности, этому способствовало развитие некоторой промышленности, да, и так далее. Здесь не присутствует ваш коллега Литвин, да, но на одном из... Который младший, старший? Да. Он высказался, я плохо различаю, кто из них старше, кто младше. Младше наш коллега, старший тоже. Ну, давайте будем считать, что старше. А, нет, младший, конечно. Вот, так вот, он тоже привел забавную статистику, что Казань была, по сути, русским городом. Да. Ну, а что ж вы со мной тогда полемизируете? Нет, русским городом. Да, можно я?
Да. Пожалуйста. Вопрос весь когда русским городом? До середины 16 века это татарский город. Нет. Мы же ведем речь о периоде, понимаете? Который предшествовал формированию татарской СССР и наличеству. Я просто говорю потому, что русским городом, исключительно тотально русским, он стал в середине 16 века. И вот весь период середины 16 века, с 1555 года условно, 1552 до 17 года мы видим рост татарского населения, потому что его не было изначально, понимаете? Конкретно в цифрах можете сказать, например, в 20 году или в 17 году соотношение этническое? Мы знаем соотношение по данным всеобщей переписи 1897 года, там есть точные данные. Я сейчас навскидку не скажу точные цифры, но татар составляет примерно четверть от городского населения. 24%. Да, пожалуйста. Есть монография «Города и посады Поволжья», да, 19% в 2013 году там показывают, хотя как, кого перепись в 2013 году. 19% татар? 20%. Ну, я и говорю, 80% русских. 24%. Опять же, фактор какой? Идет индустриализация, близлежащие села. Близлежащие села, они тоже русские. Близлежащие села на предприятия идут русские, но за Казань, оно татарское, оно тоже сюда приходит достаточно активно. Я личный пример прошу прощения. У меня предки до революции здесь жили в Казани, но числились крестьянами уезда, ну, Казанского и жителями других деревень. И во время гражданской войны они уезжали в деревню жить, да, как бы. То есть постоянно вот население, связь татарского населения была очень сильная с Казанием, и многие просто жителями Казани не считались. Поэтому здесь говорить о том, что вот татар было именно 20%, 19%, ну, еще тоже большой вопрос. Это надо считать, смотреть. То есть в переписи это зафиксировано, но это не отражает, как вы говорите, фактической динамики. А потом, да, 20-е, 30-е годы население татарское, конечно, быстро-быстро растет в городе за счет, в том числе, индустриализации. За счет, вот, например, поселок Нагорный, да, в Казани, это был основан как поселок татарский, да, именно по... бытность руководителем совнаркома СНК ТСР Кашафа Мухтарова специально создали возможность татарам жить рядом с Казани или вдоль Волги. То есть некая такая историческая несправедливость, ее пытались исправить. Понятно. На начальном пути ТСР. Понятно, спасибо. Я добавлю свою мысль, просто доведу до конца, да, и потом передам микрофон. Я к чему веду? К тому, что хотя в Казани накануне революции в 17 году, ну, условно говоря, к Первой мировой войне, татары составляли только четверть населения, да, официально по данным, по статистике, все равно Казань всегда был татарский город. По духу и в национальном сознании татар это был татарский город, татарская столица. В принципе, мы не найдем ни один город в Российской империи, который мог бы соперничать в этом смысле с Казанью. Хотя, например, в Уфе доля татарского населения была более значительная, да, в Астрахани было соотношение тоже более значительное. Чем в Казани. Чем в Казани, да. Интересно. Но Казань именно это тот татарский город, несмотря на такую незначительное соотношение. Это что, это Мон, так называемый, да? Это почему? Память историческая. Это столица Казанского ханства. Это память, историческая память. Да. Это душа. Еще могу добавить, в Казани была даже татарско-городовая ратуша. Во второй половине 18-го до середины 19-го татарская городовая ратуша. Городская. Вот не городовая назвал, не городская ратуша. Ну, смысл такой, да. Да, здесь были две татарские слободы. Вот эти слободы управлялись этой ратушей. Угу. Да, я хотел бы здесь тоже принять участие в дискуссии. Я думаю, что проблема не в численности населения, несколько в другом. На самом деле, по итогам переписи населения в самом конце 19 века, примерно 24 с небольшим процентом, где-то 1/4 часть, я сам вырос в татарской слободе, ведь город делился, да? Была русская часть города и была татарская часть города. Причем татарская часть города была центром просвещенности для всего тюрко-мусульманского мира России. Вот когда Диляра Мехасимовна говорит, что это был татарский город, имеется в виду, ведь на самом деле в Казани находилось огромное количество типографий,
которые в совокупности выпускали огромное количество изданий, прежде всего периодических изданий, и не только периодических, которые в совокупности они превосходили количество изданий в тюрко-мусульманском мире России. На арабике. То есть, да, то есть это больше, чем в Баку, это больше, чем, конечно, в Уфе, в Крыму и так далее, и так далее. Казань являлась центром крупной джадидской просвещенности. И, конечно же, в этот период Казань в этом отношении являлась центром не только татарской, но и тюрко-мусульманской культуры. Вы сторонник джадидизма? Да, конечно. Понятно, хорошо. Да. Я хотел бы здесь еще другую проблему затронуть. Вот проблему джадидизма подняли. Это ведь проблема была не только... Она началась в сфере образования, да, естественно. Это была целая идеология. Это была идеология либеральная, по сути, своей. Хотя сейчас слово «либеральное» в общем-то ругательное слово, да? Но мы любое слово можем да, довести до конечно. Противоположного значения. И, Господи, уже и демократия ругательная да. становится. Я хотел бы еще одну очень важную проблему поднять. Это проблему формирования и конструирования нации. Ведь вопрос о воссоздании государственности, территориальной автономии, оно напрямую упирается в процесс формирования нации. Вот вы сейчас нацию имеете в виду, нацию как этнос или политическую нацию? Я имею в виду политическую нацию, современное ее понимание. В Европе процесс этот начался в 18 веке. Угу. Да, у нас начался несколько позже. В свое время академик Усманов совершенно верно подметил, что название народам в основном дают соседи. И он совершенно прав по той простой причине, что татары, вот Марджани, первым поднял вопрос, как, кто же мы, мусульмане мы, тюрки мы, или кто же мы такие. Несмотря на то, что был ведущим богословом, то есть деятелем культа богослов, были, да? Он первым поднял вопрос о том, что надо строить нацию. И название этой нации это татары. И не стыдится название татары. Да. Причем, что интересно, вот конец 19-го, начало 20 века, есть такой даже термин, татарский ренессанс. Этот термин конкретный, не только повышение культуры, это прежде всего нациестроительство. Именно в этот период, что самое интересное, вопрос дальше больше поднимали не историки, хотя тоже принимали в этом участие, восстанавливали историческую память, но деятели культуры. Угу. Великий Дертмен, великий Тукай конкретно, продолжая традиции Марджани, говорили о том, что сегодня остро стоит вопрос о выделении самостоятельной татарской нации из всей вот этой палитры тюрко-мусульманских народов России. Интересно, да, Тукая все знали, я имею в виду в советские да. времена, да, все знали. А Дерменти, по-моему, ну вот единицы. Один да, из богатейших людей России. Даже между среди татар, время. По-моему. Это и повлияло, потому что считалось как да. бы буржуазной. Да, более да, того, да, да. Вот еще башкирский поэт... Мажит Гафури, он работал... Он в свое время работал на этих приисках, и потом, когда он узнал, кто был хозяин, да, он был очень сильно потрясен. Он говорит, наверное, такой в мире был один-единственный раз, что вот один поэт работал на другого поэта. Прекрасно. Ну, кстати, вот прииски не мешают. Самое интересное, что, ладно, действительно, деятели культуры поднимали... самосознание татарского народа, и начали говорить, что мы татары. В то же время же огромную роль в этот процесс внесли татарские предприниматели, которые на их деньги издавали газеты, на их деньги выходили книги. Они постепенно, вот Казань, начали захватывать огромную площадь, строить дома, развивать свой предприниматель, все это. Да. Если ничего, бы не было революции, ничего, я не знаю, сколько Казани было бы ничего этих. Ничего не получается без денег, да? Газета вот идеология, идеология, а денег нет, и все вянет. Конечно. Вот, Игорь Павлович, вы задали вопрос один очень интересный, я хотел бы на него ответить. Да, конечно. Это по поводу, почему, если есть нация, нужно государство, да? Ну да. Помните, этот вопрос задали? Да, я, да. может быть, не так его сформулировал, повторил. Хотя вот, и лоскутно. Да, но с моей точки зрения, я в этом глубоко убежден, что сущность нации определяется или наличием суверенитета, или стремлением к суверенитету. Нет, а мы опять сейчас говорим о политической mm-hmm. нации или об этносе? О политической нации. О политической нации. Да. Что такое политическая нация? Юристу можно задать вопрос? Политическая нация, ну, этот термин подразумевает уже определенный уровень развития вот, отношений, в том числе товарно-денежных, культурные скрепы. Вы хотите, то есть извините, этнос – это более историческая категория. Что такое этнос, примерно понятно. Да? Кровь, набор генов, там бла-бла-бла. Нет, естественно, исторические там, традиции. Политическая нация, самосознание, нациостроительная мотивация. Минуточку. Я просто хочу уточнить вот у специалистов в конституционном праве. Политическая нация может существовать вне гражданства того или иного государства? Политическая нация вне гражданства того или иного государства.
Гипотетически можно себе это представить, но вряд ли. Если, вот, если Антарктида, да? Нет, просто... Есть понятие плебисцита, да, допустим. Да, есть нация, которая не достигла, может быть, еще государственного уровня. Вот курды – это нация или не нация? Да? Это этнос. Да, вот это этнос. Это самый крупный в мире этнос, который до сих пор не имеет своего государства. Это драма. Да, это печально. Это очень печально. Это очень печально, на самом деле. Так вот, насчет политической нации, ситуация-то заключается, с моей точки зрения, в том, я сейчас сужу как дилетант, как журналист, но не как юрист, естественно. Я, например, абсолютно был уверен, и эта уверенность не сильно поколебалась сейчас, что политическая нация подразумевает все-таки нацию, существующую в пределах определенного государства. То есть гражданство синонимично понятию политической нации. При этом... Как в поправках новых Конституции Российской Федерации указано, у нас возникает язык государства, образующего народа, что, в свою очередь, вызвало довольно много треволнений, возражений и так далее. Давайте будем переходить к современности. Я надеюсь, и вам, уважаемые телезрители, и вам, аудитория, понятно, что все эти экскурсы в историю, которые я настоятельно... Вот, принуждал наших экспертов, а они отчасти с энтузиазмом это делали без принуждения. Так вот, что все эти экскурсы в истории, они на самом деле имеют одну простую, имели одну простую задачу. Мы должны понять, где мы сегодня. Да? Для большинства здесь присутствующих, для большинства тех, кто нас сейчас смотрит, это родная республика. Мы здесь родились, мы здесь выросли. У многих здесь выросли дети, у некоторых и внуки. Не будем показывать пальцем на всех, с кем это случилось, в том числе на зеркало. И, конечно, что будет дальше? Вот по тому, о чем мы сейчас разговаривали, ну, понятно ведь, да, что простого на самом деле в этой столетней истории ничего не было. Она всегда была борьбой мнений, столкновений, давление и контрдавление, если называть вещи своими именами, да, вот применительно в постимперской России, которая стала РСФСР сначала, а в 22-м году, да, в 22-м ведь СССР, да? Да, образовалась, с 22-го года СССР. РСФСР остался. Даже вот это вот, да, нет, РСФСР, естественно, осталось, но образовался Союз Советских Социалистических Республик, который как раз вот можно уже было считать отчасти конфедеративным, потому что в союзной республике по Конституции, во всяком случае, 24-го года, 36-го года имели полное право, да, отделиться, выразив свое... Но, правда, это не делает их конфедерациями. Ну, это... да, потому что вот там, Швейцария, конечно... она называется конфедерация, а на самом деле она федерация. Не является. Хотя, да. Не является. Так что такой. Наличие ну, еще ну, не делает. Есть разные федерации, есть учредительные, есть договорные. Вот, ну, я ну, так понимаю, мы сейчас об этом с вами и поговорим. Да? Договорная. Да. Я хотел бы... Вот СССР была договорная. Да, 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 я об этом и говорю, что она договорная. Я хотел бы вот уточнить у вас один вопрос. У меня нет на него ответа, но мне он очень любопытен. Вот почему мы все время, мы, я имею в виду в данном случае, вот те люди, которые вот делали, готовились к созданию Татарской ССР, потом все-таки подписан был декрет Лениным, Карениным, Янукидзе, потом опять начались какие-то столкновения, там в 22-м году что-то не так, власть не поделили, руководство сменили, в 26-м году... Татарские депутаты предлагают, принимают конституцию, да? Первый проект конституции. Да. И его рубят на корню. Почему? Что случилось? Что это был за проект и почему его так резко зарубил? Зарубила Москва, как сейчас бы сказали. Потому что не было РСФСР конституции. Что? У РСФСР не было своей конституции. Только поэтому? И других регионов, да. Вы согласны с этой точкой? Это продолжение, да, это продолжение решения статусных вопросов, вопросы полномочий республики, да. И, кстати сказать, эти же самые проблемы, они потом возникли и вот в 90-м году, да, и да, после этого. Да, и да, вот, да. Вот эта цепочка, которая тянется даже до 2017 года, когда прекратил действие второй договор о разграничении предметов ведения. Это все вот из, как бы вот, звенья вот, одной вот, цепи. Вот смотрите, получается, что в 26-м году хитрые татары
соорудили конституцию. Ой, не надо хитрые. Да хитрые. Нет. Приняли конституцию, которая не была утверждена. Если это кем-то может восприняться как обида, но я не знаю тогда, где мы сидим. Какой мы. Что в этом такого? Ну, хитрый народ, ну, евреи хитрый народ, татары хитрый народ. Нет, в межнациональных отношениях, межконфессиональных, лучше таких вольностей не позволять. Я вас умоляю. Хорошо, хорошо, мудрый. Мудрые татары в 26-м году подготовили проект Конституции в значительной степени, как я понял из ваших объяснений, для того, чтобы, выражаясь совершенно уличным языком, застолбить статус. Да. Ну да. Да? Да. Правильно? Статус языка, двухязычие. Да. Статус республики, которая равнее немножечко других Союзный. Автономий. Да. Вот в чем фокус. Но это... Их-то можно назвать хитрыми или тоже мудрыми называть? Там мудрые люди в Москве. Еще более мудрые. Еще более мудрые люди в Москве раскусили и отвергли этот проект Конституции. Такой же, это вот история повторяется сколько раз, я не знаю. По общепринятой максиме, один раз как трагедия, другой раз как фарс. Но наша история... История нашей страны, она повторяется столько раз, что я уже затрудняюсь, тем более, оказывается, достаточно нервно реагирует на некоторые эпитеты, уважаемый эксперт. Я уже даже затрудняюсь, как ее назвать, вот сколько раз она... Толерантно. Нет. Толерантность здесь ни при чем. Толерантность — это не про меня. Абсолютно. Хотя иногда бывает. Так вот, мы, да что декларацию, да, принимаем и там... На всякий случай я сообщу, что я был членом редакционной комиссии, которая писала декларацию, так и депутатом Верховного. Декларация о государственном суверенитете. А, о государственном суверенитете, совершенно года. Верно. Я ее вот этими ручками где-то и писал. Как это не покажется кому-то странным, да, такой разгильдяй, и вдруг такими вещами занимался. Не как Ленин, наверное. Вы не выглядите как разгильдяй. На ступеньках. Окей. Так вот, нюанс ведь в чем? Дмитрий Шарипович... Все, что хотите. Сколько мы спорили там с той же Фаузией, она входила тоже в эту комиссию, значит, там это отдельная песня. Дмитрий Шипович настаивал все-таки, чтобы вот это «С» сохранилось. А мы убираем автономную, но то, что она советская, и она в таком виде была утверждена, это тоже ведь для меня вот это было таким открытием, что нужно отправить в РСФСР, там, высшие органы власти, они либо утвердят, либо не утвердят это название. Но в 90-м году прокатило. Они утвердили. Да? Вот возникло ТССР. Потом потихонечку мудрые татары убрали из обихода вот это вот все ТССССР, осталась Республика Татарстан. Союз распался. Союз. 1991 году. Новогорёвский процесс, да. Где должен поставить подпись Шамиев, где должен поставить подпись Ельцин, рядом, справа. Все это мы помним, правда ведь, да? Вот, СССР не случилось. Случился период абсолютной суверенизации. Уважаемые доктора исторических наук, в том числе и вы, Елена Меркасовна, скажите мне, если возможно, как на духу, вот был шанс осуществить то, что не удалось осуществить в 1953 году, не удалось осуществить в 1935 году. То есть вот взять и стать наравне с другими союзными республиками. Я имею в виду сейчас Новогорёвский процесс. И первый этап после принятия декларации о госсуверенитете. Мы же ведь тогда... Все равно же тогда была установка на том, что Татарстан должен стать союзной республикой, а уж ни на что больше. Это уже потом там стали придумывать. Мы все на это надеялись, к этому все шло. Нет, надеялись, да, понятно, я, да, спрашиваю о шансе. Если бы, конечно, если бы это произошло, то все на этом закончилось бы, понимаете? Что союз, закончилось бы? Подписание союзного договора. То есть подписали бы союзный договор, Татарстан стал союзной республикой. Да. Я не думаю, потому вот. Что вот союз 15 республик, 9 республик только решилось подписать этот договор. 9, да, вот именно. Из 15, 6 республик. И главное, были противники, я не буду называть республики, были противники ухождения союза Татарстана и Башкортостана. Конечно.
Были противники. Конечно. И то, что время уже, в это время Союз уже находился в стадии распада. Два вопроса в заключение. Если да, можно только буквально пару слов вот добавить. Просто здесь еще нужно иметь в виду, что Татарстан действовал на абсолютно легитимной основе. Был союзный закон СССР еще 90-го года, который предоставлял автономным республикам, на тот момент автономным, возможность, так сказать, повысить свой статус до уровня союзной республики. Это был период такого, как вот сейчас говорят, перетягивания канатов между Горбачевым, тогдашним президентом СССР, и Борисом Николаевичем Ельциным. И вот это вот, так сказать, одним из факторов вот этого противостояния было принятие этого закона. Поэтому в этом абсолютно смысле Татарстан, когда принимал свою декларацию о государственном суверенитете, в августе 90-го года трудно было предсказать, что в декабре 91-го, через полтора года, распадется Советский Союз. Ну да, да. Именно поэтому... Айрат, да. Я прошу прощения, что перебил. Про Конституцию просто я один момент важный скажу. В 26-м году Конституция приняла Казахская ССР, АССР, которая стала в 36-м году только Союзной Республикой. То есть... Что в 36-м году стало Союзом? Казахская. Казахская. Да, они приняли Конституцию, им разрешили. Да. А СССР не разрешили. Я еще чуточку поглубже в историю уклоняюсь. 20-й год, последний ремарк. Прежде чем вы продолжите, давайте напомним, что тезис был один, как вот осиновое бревно. У вас нет внешних границ, поэтому вы не получите этого статуса. Да, а казахи имели внешнюю границу, и они получили. Вот я про это хотел сказать, что Казахстан, столица Казахстана, Киргизская ССР еще до этого она называлась. Ее был, столицей был Оренбург. Город Оренбург, да. Был создан искусственный, ну так скажем, искусственный был создан Оренбургский коридор. До этого Казахская АССР и Башкирская АССР имели общие границы. Соответственно, ТАССР, имея общие границы с Башкирской, он тоже, в принципе, мог претендовать на союзный статус, если бы не был создан Оренбургский коридор. Что касается, вот я о 20-м годе хотел сказать, ТАССР во многих документах называется еще и ТССР. Угу. И мы посмотрим, например, на одну из монографий, которую писал Исхак Казаков, ну так скажем, заместитель председателя правительства ТАССР. В 20-м году он пишет, что Татарская АССР это такая же республика по статусу, как украинская. Нет, как, как белорусская. Писатель есть, мог написать такое? Нет, он не писатель, он государственный деятель на тот момент. Я шучу. То есть к 22-му году и даже чуточку позже еще прямо окончательно не дифференцировалось вот это автономное и союзный статус. Извините, Айрат, но из того, что в монографии кто-то там или в статье даже претендующих на научную, можно я уже тоже теперь договорю, написал, что это ТССР, не следует, что это имеет какие-то правовые последствия. Я говорю о том, как это воспринималось на тот момент государственными деятелями. Одним. Одним из, и там еще другие тоже писали. Еще два-три, хорошо. Просто в декрете был об образовании автономной, татарской, социалистической. Потом буквы переставили. Просто убирали все. Нет. Буквы переставили. Была автономная татарская, советская, стала татарская автономная. Первоначально социалистическая, советская, потом стала советская. Совершенно верно. Набор букв и определений был один и тот же, просто их переставили местами. Из того, что кто-то из политиков, в том числе, занимающих государственную должность в пределах того или иного субъекта, высказывается по-другому в своих писаниях, не следует, что его писания имеют какие бы то ни было правовые последствия, какое бы то ни было правовое значение. Вот это я хотел сказать, только и всего. Мы пришли к тому, к чему пришли. Да? Татарской республике. К Татарской республике. Самый напряженный период в отношениях, когда мы тут друг друга шугали, вот вам пустые вагоны, а вот мы сейчас нефтепровод «Дружбу» перекроем, к счастью, ушел. Да, мы встали и обе стороны тогдашнего сложного, достаточно противоречивого процесса встали на рельсы компромисса, на понимание пределов возможного, что и составляет суть политики и дипломатии. Был подписан большой договор, так называемый, да, который вообще разрешил многие противоречия. А он закончил свое действие.
Вы был... большим называете первый, 94-го да, года? Да, 94-го года, конечно. Ага. 94-го года. Первый договор. Первый, да, договор, первый договор, да, о развлечении полномочий предметов ведения и между органами государственной власти России. Да, и взаимном делегировании полномочий между органами и бла-бла-бла. И так далее. Длинное название, но договор был содержательный. Да. Второй был уже... Он тоже был содержательный, но не такой широкий, как первый, да. Угу. Это да. Хорошо. Вот студенты, юристы... Смотрите, как четко формулируют. Историки тоже? Историки тоже, да. Это комплименты. Тоже мудрые все. Это здорово. Да, второй был, я просто хотел другое выражение употребить. Объем содержания был, конечно, меньше, но роль и значение, ну, например, страничка в паспорте, вот это в том договоре, втором договоре, мало, по вашей терминологии. Второй договор, договор стал федеральным законом. Да, стал федеральным законом. И мы должны, если уж так говорить, давайте все-таки будем более-менее, мы можем себе это позволить пока, слава богу, я во всяком случае, ну... Конечно, по сравнению с первым большим договором, полномочия, которые остались за республикой, в части, в том числе налоговой системы, в части прав распоряжения, пользования и владения собственностью, все эти вопросы на сколько там, на 80, на 90% ушли. И не случайно многие оценивают этот второй договор уже как, ну, нечто такое вот приятное, но ничего не меняющее по существу, по крайней мере, с тем, что было достигнуто в 94-м году. Сейчас мы стоим перед несколькими такими, на мой взгляд, может быть, не очевидными, но, еще раз повторю, извините, тавтологию, на мой взгляд, они проявятся не сегодня, а завтра вопросами. Что дальше? Понятно, что в целом страна вступает в, может быть, даже в принципиально новую стадию, да, своего развития, существования. И вот эти вот нашумевшие поправки в Конституцию, внезапность процесса, и Бог в Конституции в разделе о федеративном устройстве прописался, и... соответственно, государствообразующий язык государствообразующего народа и федеративные территории, вызвавшие, в том числе, по крайней мере, в Якутии достаточно резкую реакцию, настороженную реакцию. С вашей точки зрения, уважаемые профессора истории и уважаемые юриспруденции, да, что завтра? Вот мы... Ну, конечно, мы отметим, мы отпразднуем, мы это умеем. Никаких проблем нет. Столетие пройдет. Каковы, с вашей точки зрения, перспективы? Что будет вот здесь с нами, с Татарстаном, в целом с Россией? Я понимаю, что это неблагодарная задача, да, делать такие прогнозы. Но у вас большой опыт, у вас огромный объем знаний, да, у вас масса примеров из исторических... То есть исторических аналогий массу можно набрать здесь. Давайте рискнем все-таки, потому что, ну, хочется же все-таки представить себе, что дальше, что будет. Вот оно так есть. А чем сердце успокоится? Как? Микрофон, пожалуйста. Всеобщим карантином. Всеобщим карантином. Вы знаете, он не поможет. Он и сейчас уже не имеет никакого значения, а... Если да. Из истории Татарстана судить, уже практика деления Татарстана на области уже была в 1952-53 годах. Ну, Татарстан да. Сначала на две области были. Было, ой, у нас и практика двух обкомов партии, да, была, да, сельскохозяйственная, промышленная. Это... У нас каких только чудес, надеюсь, не было. Скорее всего, этого не будет. Вновь Татарстан не будет делить на области. Ну, то, что действительно говорят, что вот законом, ну, и фактически есть декларация, есть народ, есть самосознание, проживаешь здесь народом. Mm-hmm. Все равно же к лучшему идет. Ну, все равно Россия есть Россия, то что Татарстан находится в России, мы очень... Середки. Середки. Как Фандас Сафиуллин любил говорить, ну на Луну же мы не улетим. Взаимосвязан процесс в России, но главное-то все зависит от народа. От которого? От любого. От русского, татарского,
Чувашского, Мордовского, Марийского, который проживает на территории, и других народов. Все зависит от народов. Понятно. Главное, это зависит от терпения народов. О, вот уж этого нам не занимать. Это уж это всегда. Ну, в общем, я могу расценить ваше высказывание как высказывание оптимиста исторического, да? Ну, у нас же сейчас век оптимизации. Это другое. И на жизнь оптимизм смотрит. Прекрасно. Я знаю, я просто... Что скажете? Ну, я хотел бы тоже как-то вот закончить так вот, знаете, чтобы всем было весело. Ну, мы уже развеселили. Да, уже развеселили. Я поддержу своих коллег, мы оптимисты. И самое главное, чтобы мы жили не вчерашним днем, сегодняшним и завтрашним. Вот я хотел бы, ну, я надеюсь, что так оно и будет. Татарстан как оставался одним из локомотивов России, да, современной, это и в экономическом, культурном развитии. Он, наверное, таким должен и остаться, и я надеюсь, он останется. Все будет хорошо. Окей, я все время своей жене так говорю, это ее так радует, она прям расцветает. Жена татарка. Но татарка, совершенно верно, жена татарка. Но правда, на следующий вечер опять приходится говорить то же самое. Вот это немножко утомляет. Нет, чтобы один раз ее зарядить, и на много лет вперед. Такой народ пока не пощупать, не поверит. Ужас. Владимир Касымович, что вы скажете по этому поводу? Я уже слышал, что будет карантин, но все-таки чуть серьезнее, чтобы мы уже совсем на юмористической ноте не заканчивали. Да. Честно сказать. Да, конечно. Я хочу сдавать прогнозы. Как на духу. Я не такой оптимист по жизни, видимо, поэтому я думаю, что здесь мы не знаем, что будет на самом деле, потому что нет одного только игрока. Здесь масса игроков и мировые тенденции, да, и мы видим, что карантин сейчас ставит границы в Европе, и неизвестно, как долго эта ситуация продлится и возрождаются, как бы рушится тот Европейский Союз в понимании, в нашем восприятии, и это от нас не зависит абсолютно. Есть некие процессы в России, тоже, которые, к сожалению, от нас не зависят, несмотря на вот эту... формальную процедуру 22 апреля, которая должна быть. Да, конечно, я надеюсь, что Татарстан всегда останется и останется ведущей республикой, локомотивом во всех отношениях. Но не будет ли у нас завтра новых проектов, чтобы все переформатировать и создать некие... Федеральная округа не получилось, но есть разговоры о новых проектах по созданию вот таких конгломераций неких вне этнических, но на иных основаниях. То есть мы не знаем, что будет, и на самом деле давать прогнозы – это очень опасно и глупо. Самое главное – нам пережить все эти карантины и прочие с минимальными потерями. Владимир Касымович, вот сразу видно, что вы не только ученый, но и, как говорится, человек, который озабочен повседневными. Ну, конечно, переживем карантин, куда денемся. Но, правда, ни одного человека в аудитории в маске нет. Ни одного. Просто они все, потому что они все красивые, и они не хотят прятать лица, особенно девушки. Это же все понятно на самом деле. Главное, помехи. Да. Хорошо, спасибо большое за ваше высказывание. Хоть вы и заметили, что прогнозы давать дело неблагодарное и неправильное, но тем не менее ваш прогноз достаточно такой очерченный, скажем так. Я, с вашего позволения, Александр Иванович, чуть жестче, может быть, поставлю вопрос, учитывая то, что вы все-таки правовед. Все, что было сказано вашими, нашими коллегами, это прекрасно и здорово, да, и звучит оптимистично, и вселяет новые силы, надо жить, бороться. Но я-то вообще имел в виду как раз вот те нюансы, о которых упомянул или вскользь сказал Владимир Касымович. Мы живем сейчас с точки зрения права, конституционного права, общего права, обычного права, там, да, как в условиях квазифедерации государственного устройства. Квазифедерации. Не отвечайте, сейчас я сразу второй вопрос, и вы уже обобщенно тогда ответите, хорошо. И мы будем, наверное, подводить итоги. Почему я спрашиваю, квази, не квази, федерация, унитарное государство? Во-первых, потому что это широко и достаточно глубоко некоторыми обсуждается, это надо признать. Во-вторых, потому что от того, как будут развиваться, в каком направлении будут развиваться события, будет зависеть от того, что будет с нашей республикой, какая она будет. Это тоже надо понимать.
И, как было совершенно сказано Рафаэлем Валерьевичем, от народа же все зависит. Но народ-то должен быть готов к тому, чтобы вот так вот, как гром в ясном небе не раздавалось, мы же должны понимать, что может случиться, что может произойти. Итак, я повторяю коротенько. Значит, что такое с точки зрения государственного строительства вот, современная Россия и место Татарстана в ней? С вашей точки зрения, каковы тенденции, куда мы движемся? Мы движемся к еще большему унитаризму, учитывая то, что вот в том числе, кстати, и коронавирус, и мировой финансовый кризис, вот это вот то, о чем мы говорили в начале беседы, что вот такая турбулентность возникает, где открываются новые возможности. Да? Я не буду банально это там приводить, кризис двумя иероглифами, это уже как проудочку уже у всех на зубах навяло. Вот здесь вы можете вот высказать свою позицию? Конечно, могу. Моя позиция есть. У меня есть, точнее, моя позиция. Я бы не назвал нашу федерацию мнимой. Это действительно федерация. Я не сказал, я сказал квазифедерация. Я в данном случае не цитирую вас. Нет, нет, нет. Безотносительно. Мнимая как бы, квази как бы. Да. Вы тоже юрист? Нет, я историк. Вы историк. Пожалуйста, вы лингвистически говорите «мнимое» — это означает «как бы» и «квази как бы». Послушайте, вот послушайте. Значит, «спектакулер», если обратиться к латыни, да, это зрелище. Да? Поправки в Конституцию — это «спектакулер». Я хочу просто сказать, это риторический вопрос, я хочу сказать, что невозможно буквально переносить терминологию Древнего Рима, там, латинскую, на современные реалии. Слова меняют, понятно, что вы говорите. Значение слов меняет со временем. Некоторые полностью меняют значение, в некоторых появляется нюансировка, которой не было изначально. Поэтому, ну, понятно, что квази это как бы. Квовадис. Ну, квазимото еще есть. Что, Квазимода? Есть, помним и любим. Помним и любим. Извините, пожалуйста, да Никодос, ничего. Что прервали. Наоборот, всегда интересно такое выслушать. Я, с моей точки зрения, вот я хочу поделиться той мыслью о том, что все-таки у нас федерация, не всякого сомнения, со своими проблемами, правда, это тоже нужно понимать. Угу. С другой стороны, проблемы всегда были, есть и будут. У любого государства, федеративное оно или не федеративное, мы сейчас понимаем, что у нас тоже есть в рамках федерации свои проблемы. Кстати, проблема вот неравнозначности, неравноправия субъектов Российской Федерации, она остается. У нас по Конституции у нас есть субъекты, которые входят в состав других субъектов. Да-да-да. Понятно, что матрешка. Часть не может быть, да, матрешечные так называемые, да, сложносоставные, кто-то их называет. Это суть не меняет. Вот. Но вот эта вот разбалансированность, она все-таки есть. Есть конкретные проблемы, которые касаются Татарстана, например. Да, там языковая проблема. Да, почему, так сказать, Татарстан сам не может решить, какая должна быть графика, например, татарского языка. Мы достаточно давно эту проблему ставили, но почему-то кто-то должен решать за татарский народ, за Татарстан. Каким быть татарскому языку? Не другому какому-то языку, а именно какой татарскому. Каким должен быть алфавит, графика. Имея в виду, что за вот эти последние 100 лет, мы сейчас говорим про... 30 государство. Да, уже неоднократно, причем да. Насильственно, можно сказать, да, таким циркулярным приказом. Вот. Арабика, так что... Яналиф и Кириллица. Арабика, латиница. Да. Я говорю, да. Три, да. 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 Нет, гнали таким... Четвертого позиции. Четвертого уже, да. Так что вот вопрос, то, что касается там, да, вертикали власти, да, больше там, каких-то движений в сторону унитаризма, может быть, там, или наоборот, большего либерализма, как бы там сейчас не трактовать это слово, да, большей самостоятельности. Наверное, какая-то амплитуда, она
она возможна, но это не поколебит. И, да, и потом я должен сказать, что в конституционных исследованиях сейчас есть обсуждение темы так называемого нового федерализма. Некоторые вполне такие известные ученые-конституционалисты выступают за, так сказать, очищение от национального, ну как они это называют, да, от национального фактора. Я думаю, вот этого точно нам не нужно, потому что национальная государственность, она выстрадана Россией. Вот. И в этом смысле она как бы обусловлена всем историческим ходом развития. Сейчас взять и какой-то республике предложить ей отказаться от своих, вот что называется, таких этнических, национальных корней, я думаю, это будет ну, бомба, что называется, даже незамедленного действия. Ну, пробный шар запущен, избави, тем Господи. Не менее. Да. Главное, да. Чтобы мы не скатились до унитарного федерализма. Да, чтобы мы не скатились до унитарного федерализма, да. Да, это... до унитаризма, точнее, да, чтобы не было мнимого федерализма. Вот, да, я очень надеюсь, что этого не произойдет. А с точки зрения исторических перспектив, ну, я, наверное, тоже все-таки оптимист. Потому что если мы посмотрим историю государственности Татарстана, были разные периоды. Были и периоды, вот мы сегодня об этом говорили, и вот эта зона отчужденности 30 километров вокруг Казани, вот когда нельзя было татарское селение, например, организовать, да, выселяли, да, просто-напросто, да, да, да? Да. Когда была и насильственная христианизация. То есть были, не было вообще никакой государственности, был период, да, было прямое управление. И тем не менее, народ выстоял, народ доказал свою эффективность. Вот 100 с лишним лет назад, в 4-м году, у Гайза Исхаки вышла его знаменитая работа «Инкайрас через, то есть исчезновение через 200 лет». И даже да, вот 100 лет прошло, да, вот с того момента. Период для оптимизма есть, да? Конечно, вот если сравнивать, что было тогда, в 4-м году, да, и что есть сейчас, конечно, у нас индустриально развитая республика, лидер, если мы берем там по показателям. Ну, по многим, да. Конечно, у нас есть определенные моменты, я что хочу сказать. Беспроблемного, так наверное, ни в одной федерации такого нет. Но вот те традиции, которые у нас есть, межнационального, межконфессионального согласия, на которые все работаем мы, все вместе, посмотрите, и всегда действия власти в этом смысле стараются быть сбалансированными, так, чтобы интересы всех наций, конфессий были учтены. Вот это дает, конечно, повод для уже такого не бравурного, а реального оптимизма. Угу. Так что я думаю, что все должно быть хорошо. Спасибо большое. Давайте, наверное, на этом будем заканчивать. Хорошо, что, в общем-то, мы все оптимисты, а с другой стороны, куда деваться? Ну, куда деваться? Если мы не будем оптимистами, ну, вообще все встанет, и мы сами и ляжем. Так что исторический оптимизм – это не прихоть, это не выдумка, это та самая историческая необходимость и личностная необходимость. Но мне очень понравилось симпатичное заявление, да, о том, что вот в контексте упоминания о том, что обсуждается идея нового федерализма, то есть федерализма вне национального или этнического окраса. И когда Райан Райлович сказал, что ой, да, вот этот бы нам бы, это мне понравилось. Да, лишь бы вот этот у нас удержался. И слава Богу. Огромное спасибо всем вам, уважаемые эксперты, за то, что приняли участие, высказали много соображений. Было много интересного с моей точки зрения фактического материала. Лера Меркасовна, вам тоже как эксперту, просто вы не здесь у нас, здесь мужчины оккупировали все, ну это же Татарстан, ну что, конечно, вот. Спасибо всем, уважаемые телезрители, я просто хочу напомнить, что это было очередное заседание дискуссионного клуба телевидения Казанского федерального университета, оно было посвящено теме столетия татарской АССР, современного Татарстана, я ведущий этой программы, Юрий Алаев. Но прежде чем мы уйдем из эфира, я хотел бы, чтобы вы себе сейчас, я обращаюсь к телезрителям, и я обращаюсь к залу, и к экспертам тоже. Такой маленький квиз. Сделайте себе сейчас карандашечком пометки. Один молодой человек из молодых татарских интеллектуалов составил перечень задач, которые предстоит нам всем решить в текущем году, в 2020 году. Я их сейчас перечислю, а вы для себя и вы для себя попробуйте поставить, что на первом, что на втором, а что на третьем. Чтобы вы бы поставили, какое из этих событий. Перечисляю. Перепись населения,
Выборы президента Татарстана, мы об этом сегодня ни слова не сказали, они, тем не менее, в ноябре, по-моему, да, будут, или в сентябре, в единый день голосования. А, празднование 30-летия провозглашения суверенитета Татарстана. И к вопросу о том, какое значение вообще имеет этнический фактор нациостроительства в нашей жизни, задача дописать стратегию развития татарского народа, которая еще год назад должна была быть дописана, но все никак не дописывается. Договорились? Он, по-моему, рядом с вами сидит. Вы думаете, я не знаю его фамилию, я просто его светить не хочу. Айрата, я не хочу лишний раз светить, все нормально. Это его, да, это Файзрахманов сделал, да. А? Она была описана в январе. Ну что делать? Если вы пишете то, что устаревает за 4 месяца, это вам минус. Я не думаю, что это должно устареть. Хороший перечень. Спасибо еще раз всем. Спасибо, до новых встреч. До свидания.